В Бирске стартовал всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный 60-летнему юбилею аэропорта Толмачева. Соревнования поражают своим масштабом. Побороться за победу в наш город приехали порядка 200 спортсменов из 24 городов. Уровень игры участников самый разный. Здесь есть опытные игроки, которые являются чемпионами зоны, которые ездят на чемпионат России. Это Сыркутска Мирошкина Кристина. Вот. Рузанова Диана 2004 года, она у нас тоже призер всероссийских соревнований, и она выигрывала турниры не раз. Вот. Это Новосибирск, так что я думаю, что здесь будут нормальные, хорошие игры, красивые. Стоит отметить, что этот турнир проводится уже во второй раз. Из особенностей, впервые в рамках соревнований за теннисными столами встретятся люди с ограниченными возможностями. Вначале же мастерство игры показывали самые маленькие участники. Юлии Малаховой из Новосибирска всего 6 лет. Выходить один на один со старшими спортсменами ей уже не впервой. Я занимаюсь 2 года, и я пошла в теннис, потому что мне понравилось. Я когда увидела... Теннисные столы, мне это понравилось, мне захотелось играть. Перед соревнованиями мы целый день по 3 часа занимаемся в теннисе, не отходим от стола. Мы всегда играем на роботе и подаем, и отрабатываем подачи. Ребята постарше ждали своей очереди. Присматривались к соперникам, разминались, слушали наставления тренеров. Мне всегда нравятся соревнования в Бердске. Здесь хороший зал и много людей, с которыми можно поиграть. Это не первый раз, в который я уже приехала сюда. Турниров много прошло, наверное, играть сейчас больше становится, потому что я раньше занимался, я не серьезно занимался, а вот только вот переезжая сюда, в Бердск, я начал более серьезно заниматься. Наставники спортсменов отмечают, впервые на занятия к ним ребята приходят с самого раннего возраста, не имея никакого опыта игры. И это, несомненно, плюс, ведь обучать становится гораздо легче. Я стал набирать вот именно с 5 до 8 лет вот таких набираешь уже, они ничего не умеют. И вот ты как раз в них-то и вкладываешь все, что хочешь. А не так, что кто уже умеет что-то, и ты берешь и переучиваешь. Там под свой этот, уже не интересно. А здесь с нуля берешь и как на чистой бумаге пишешь все это дело. Ребята сдали эти соревнования, они значимые, рейтинговые. Их также можно повысить рейтинг на этих соревнованиях. Ну, будем смотреть, как пройдут соревнования. Надеемся на хороший результат. Кубок по настольному теннису, посвященный 60-летию аэропорта Толмачева, стартовал сегодня, 8 июня. На протяжении 4 дней спортсмены будут бороться за победу вплоть до 11 числа. Тогда же станут известны результаты турнира.